Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я вам хочу показать свой заказ с сайта NewChic. Заказала там очень такие прикольные, на мой взгляд, позиции. Мне очень понравился этот заказ. Я все вещи уже, ну, вещи, да, постирала, погладила. Вот, так что покажу вам обязательно с примеркой. Также хочу сказать, что с 5 июля на сайте NewChic начинается распродажа. Так что обязательно заходите, смотрите. Очень хорошие там цены. Но я вам еще оставлю промокод со скидкой, который будет действовать на все товары, которые не находятся в категории распродажи. Так что в любом случае предложение очень актуально. Ссылки все будут, как всегда, у меня внизу в инфобоксе. Ну и давайте я вам покажу уже, что заказала. Начать я хочу вот с такой блузки, которая мне очень сильно понравилась, в особенности своим качеством. Единственное, что, конечно, сложновато разглаживать вот эту рюшечку, но я знала, что заказывала. По качеству материала очень похоже на хлопок. Я бы даже сказала, что это хлопок. Вот, но он такой достаточно тонкий, при этом непрозрачный. Хорошо на слегка прохладную погоду, на вечер. Вот я почему-то эту блузку вижу или с джинсами, или с джинсовыми такими шортами. В общем, примерю вам обязательно покажу. Здесь длинный рукав, причем рукав очень хорошей длины. У меня рост 1,65 м. И мне как раз отлично. Ну и плюс горошек, я люблю тоже горошек, горошек и полоску. Вот такие манжетики здесь. И, на мой взгляд, очень хорошо села. Я, когда заказываю любые вещи, будь то обувь или одежду, всегда смотрю на размерную сетку, потому что для каждой вещи, ну, как-то бывает все по-разному, да. Поэтому обязательно на каждую вещь смотрите размерную сетку и, соответственно, соответствуя ей, уже выбирайте нужный вам размер. Вот так вот выглядит эта блузка. Я сейчас хочу вам показать просто длину рукава, да, сам рукав такой достаточно широкий, и длину самой блузки, да, вот этой вот. Она идет немножечко к низу расклешенная, но носить я буду немного по-другому, сейчас вам покажу. Я планирую это носить вот таким образом, с подвернутым рукавом. Я все равно всегда подворачиваю рукава. Мне все равно, лето на дворе или нет, с шортами вот такими, с белыми кедами и рюкзачок. Вот, ну или без рюкзачка, не знаю, можно какую-то просто светлую такую а-ля спортивную сумку, можно, мне кажется, даже поясную сумку сюда одеть. Вот, в целом я планирую носить это вот так, и мне нравится вот эта рюша, она как бы придает, ну, такую некую женственность, наверное, образу. Вот, то есть вот таким вот как раз-таки образом и планирую носить, и планировала, когда заказывала вот с этими джинсиками, потому что у меня эти шорты достаточно давно лежали и как-то все их не носила. Думаю, как раз возьму рубашечку, и будет вот такая красота. Мне кажется, очень прикольный такой женственный, но при этом немножко расслабленный стиль такой получается. Следующая вещь — это вот такая пижамка, шортики и, соответственно, маечка. Мне очень понравилось здесь кружево. Кружево очень добротное, девочки. Не то, что прямо какая-то, знаете, непонятная история. Вот, мне очень вообще понравилась такая достаточно тоненькая, приятная к телу ткань. Шортики идут на резиночке. Ну и, соответственно, верхний вот такой топ. Здесь бантик и тоже идет кружево. Лямочки регулируются, соответственно, и здесь еще в комплекте шли, они лежали отдельно, вот такие вкладки, которые можно ставить вот сюда, если вам, допустим, это необходимо, может быть, если вы подобные вещи используете как домашнюю одежду, да, где-то здесь вот, вот, видите, кармашек такой можно вставить, чтобы, ну, как говорится, ничего не торчало, да, но я вот эти штучки использовать не буду, потому что я данную вещь использую именно как пижамку, то есть, чтобы в нем спать. Сейчас вот летом как раз в такой пижамке самое то. Ну и расцветка мне очень понравилась, такой нежно-бежевый цвет с вот такими
не знаю, что это за цветочки, но, в общем, вот с такими цветочками. Очень мне понравилось. Сейчас тоже примерю, покажу, как смотрится на мне. И вот эта пижамка. Мне очень нравятся вот эти вот рюшечки вот здесь вот на штанишках. Мне кажется, очень мило смотрится. Я вообще подобное люблю, там, ну, как кружево, рюшечки и вышивку какую-то. Очень люблю вообще, в принципе, в одежде. Вот так вот все это дело выглядит. Мне безумно нравится. Очень приятная к телу, приятная расцветка. Хорошо, на мой взгляд, сидит. Очень удобный, комфортный. Немножко как бы это все тянется, немножко ткань. Так что, на мой взгляд, вообще отлично. Будет моя любимая пижамка. Надо было только какой-то халатик под цвет заказать. Но я что-то как-то не подумала. Заказала просто такую пижамку. Вот, ну, очень нравится. Симпатично. Особенно штанишки мне очень нравятся. Следующее, это, конечно же, купальник. Особенно вот такая расцветка на лето, на загорелую кожу. Такой на белом фоне что-то такое радостное, зеленое, цветочное. Мне на самом деле такая расцветка летом очень-очень нравится. Вообще белые вещи очень люблю носить летом, да. Ну, я думаю, как и многие. И здесь идет, соответственно, купальник, да, вверх. И вот такие трусики, которые идут как бы с завышенными, да, вот этими частями. Ну, вы поняли, о чем я говорю, да. И вот такой лиф, в котором есть вкладки, которые можно вытащить, но они... такие тоненькие, то есть это не пушап, ничего такого, это просто, ну, что если вдруг стало холодно, да, чтобы это никто не заметил. Вот, соответственно, как вы видите, чашечки небольшие, то есть идет на небольшую грудь. Возможно, можно побольше размер взять на побольше грудь. И идет, то есть это такой комплект, да, из трех предметов, я бы так сказала. Вот такой, я забыла, как это называется, вот такая накидка на бедра. Девочки, вообще из головы вылетело, как называется вот такая накидочка. Она идет вот с такими кисточками, вот, и идет она, то есть... как бы как раз прикрывает то, что нужно прикрыть пятую точку, чтобы она не обгорела или как-то, ну, в общем, вы поняли, да, и завязывается. В общем, мне понравился очень этот комплектик. Я тоже примерю, покажу сейчас. Ну и купальник на небольшую грудь. И вот такая вот получается юбчоночка у этого купальника. Мне на самом деле очень нравится. Завышенные такие трусики вот до сюда идут. Вот. Но мне нравится такая расцветка. Очень, на мой взгляд, классненькая. Вот. Так что. Также я заказала обувь. Я вообще очень люблю обувь. Всякую разную. Я заказала вот такие, как это, спортивные тапочки, да. Вот смотрите, у меня 41 размер, вообще у меня 39 размер. То есть я взяла по длине стопы, и у меня получается на 2 размера больше, но они мне подошли идеально. То есть это реально маломерит, да, маломерит на 2 размера. Вот, так что, ну, смотрите, ориентируйтесь по длине стопы. Я взяла вот такие черненькие, вот, и они идут, видите, вот с такой вот здесь вот липучечка такая. Вот, то есть они тоненькие, дышащие на лето, вот вечером пройтись или заниматься также спортом можно, потому что они очень мягенькие такие, то есть очень удобные, я уже их тут попримеряла вовсю, и мне безумно понравились. Здесь еще идет вот такая стелька, как такая дышащая, пупырчатая, очень удобная, в общем, очень удобные вот такие вот для путешествий, также для прогулок где-то, вообще супер тапочки. И вот эти вот, я не знаю, тапочки, кроссовочки, кедики, как их можно назвать. Очень они мягенькие, удобные, очень классные, на мой взгляд. Вот опять же так же, да, сочетать те же шорты удлиненные. Это футболка с моего предыдущего заказа, тоже с сайта New Chic. Очень, мне кажется, вот так вот подходит. Прям, на мой взгляд, вообще идеально подобрала, что называется. И просто пойти прогуляться. Еще сюда прикольно будет какой-нибудь, знаете... поясную такую сумку, какую-то более такую спортивную и такую, ну, ярко акцентную какую-то, да, вот, но у меня подобной нету, поэтому снимаю вам вот так, ну, и поводок в руке и пошла гулять. Даже для тех, кто, ну, постоянно на ногах или в какие-то путешествия, они недорогие, при этом не жалко их убить, очень удобные, классные, дышащие, вообще как в босоножках в них, так что вот такой вот тоже образ получился у меня.
И последняя вещь – это вот такая, как сказать, сумочка, кошелек, клатчик мини, да, вот такой вот. Я очень люблю подобные вещи. Пойти в магазин, то есть взять холщовую сумку, да, авоську, которая у меня есть, и вот такой вот, вот такую вот маленькую сумочку, которую можно использовать, то есть положить внутрь большой сумки, как кошелек, а также можно повесить, смотрите, здесь вот есть, я ничего не распаковывала, вот ремешочек, ну, я тоже одену, покажу вам, да, вот, вот такой вот ремешочек идет, и здесь, соответственно, отделение для карточек, для мелочи всякой, для денежки, вот тут тоже для карточки, и здесь тоже сюда, например, можно положить телефон, кстати, вот сюда вот входит телефон, вот сюда, и сюда тоже можно его положить. Эта вот защелка очень туго ходит, вот, но это хорошо. Вот, сюда тоже, кстати, можно запихнуть телефон, то есть, вот видите, какой размер, да, вот, или сюда какие-то там, я не знаю, монетки или еще что-то, все, что вам нужно, вот, я как раз для таких целей буду использовать, и, конечно же, желтый цвет, вот такой горчичный, мне в последнее время очень-очень нравится, кто смотрит мои влоги, видит, что я прям подсела на желтый цвет в этом году. Вот, поэтому я заказала. По качеству очень хороший. То есть, видите, даже ниточки нигде не торчат. Все хорошо прошито. И вот это вот очень напоминает и по текстуре. Это не кожа натуральная, но очень схоже. И очень мягкая вот это вот. Очень мягенькая. То есть, оно прямо такое, видите. Очень по... Вот по своему ощущению, да, как будто бы это на самом деле кожа. Но это кожзам очень хорошо сделанный. Очень прикольная вещица, которую вот я для походов в местную лавочку как раз-таки буду использовать. Даже вот просто пойти там, я не знаю, прогуляться с детьми, положить сюда телефон, пару карточек там, я не знаю, какие-то документы. И все, и супер. Так что мне очень вот эта вещица понравилась, всем советую. Это, по-моему, закос под какой-то бренд, да, насколько я помню. По-моему, у кого-то есть такие подобные вещицы. Вот, так что очень понравилось. И смотрите, девочки, вот эта сумочка, вот так вот она крепится. То есть не вот таким образом, да, а именно вот так. И я сделала максимальную длину ремешка. Но сюда можно, на самом деле, любой другой какой-то ремешок. Я так частенько делаю, да. Что просто какую-то цепочку. Это максимальная длина. Мой рост 1,65 м. То есть это вот максимальная длина. Я сделаю, наверное, чуть, чтобы вот как-то так у меня было. Вот. И все, взяли кошелек, повесили на себя. И можно даже, я не знаю, просто чтобы он вот так у вас болтался, да. И побежали в магазин. Вот для меня это как раз самое то. Потому что и сейчас летом в какой-то местный магазинчик я обычно хватаю вот так вот кошелек, держу его в руке и беру с собой авоську какую-то, да, и иду в магазин. А так повесил, и можно, ничего вам не мешает, можно два пакета, и при этом, как говорится, все самое важное при вас. Вот, ну и цвет прикольный. Там, естественно, разные расцветки, но мне очень понравился именно вот этот такой, знаете, горчичный такой, очень классный цвет, на мой взгляд. Ну, прикольная сумочка. Это я сейчас в домашней одежде, если что. Вот. Так что очень советую. Так что вот такой вот у меня был заказик. Напоминаю, что все ссылочки я вам оставила внизу в инфобоксе. Также не забывайте, что с 5 июля начинаются распродажи. И промокод со скидкой на товары, которые не входят в раздел распродаж, тоже вам оставила внизу в инфобоксе. Мне заказ очень понравился, мне понравилось абсолютно все, в особенности вот эти вот топчули, которые гулять со своими девчонками и мальчишками, для меня самое то. Они нигде не натирают, вообще легкие, невесомые, очень удобные для тех, кто, может быть, даже много передвигается пешком. Вот это вот вообще идеально для походов каких-то, вообще супер обувь, на мой взгляд. И при этом дышащая, в ней не жарко. Так что на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и, самое главное, интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую и до новых встреч!